этого агента? Знала? Он был мой друг. Сожалею о твоей утрате. У нас такая профессия, но от этого не легче. Нет, не легче. Ним, вы бывала здесь? Да, я прожила тут 5 лет в качестве сотрудника международной помощи. Жизнь нелегкая, но как прикрытие, идеально. Вертолет прилагается. Как въезд в страну? Из Манауса бизнес-классом. Можно приступать к работе, так? Автостопом из Баранку, Перу. А ты как? В автобусе от Жужуя в Аргентине до Виллисона у меня была бутылка в руках. А от Пинчуги в пути все держатся подальше. Вот почему ты воняешь как жопа. Ребята, я начинала службу в Москве, когда провалился путч. Говорили, вы к этому причастны? Это был кто-то другой. Мы там не бывали. Не часто встретишь живую легенду. Расскажи это моему сыну. Может, начнет слушаться и мусор выносить? Трудно быть тем, кого официально не существует. А ты как думаешь, Карен Боуман? Из гуманитарной миссии. Ты наверняка знаешь, что обезбашенные люди могут сделать с другими, когда уверены в безнаказанности. Ну, вот что я скажу. Неважно, насколько бесчувственности в тебе прибавилось, но мечтать тебя поразит. Его религиозность сродни наваждению. Он дал обеты бедности и целомудрия. Если он занимается этим не ради денег или девочек, то ради власти. В опергруппу входят сотрудники ЦРУ и других ведомств. Я командую операцией. Официальное название – цареубийца. В докладе говорится о местных боевых отрядах. Это группа повстанцев. Они оказывают сопротивление как Единству, так и Санта-Бланке. С их лидером мы встречаемся после высадки. Боливийцы нас ненавидят, но будем надеяться, что враг моего врага окажется другом. Только не поворачивайтесь к нему. Вечная помощь. На это Сандоваль рассчитывал. Погиб всего один янки, а нам прислали горстку солдат. От пуль Санта-Бланки погибли сотни боливийцев. И откуда мне взять сотни других? Никаких американцев здесь нет, забыли? Эти солдаты – наша лучшая группа в области тайных спецопераций. С ними сотни бойцов вам не нужны. Вам знакомо слово «гордыня», сеньора Боуман? Знакомьтесь, Пак Атари, командир группы сопротивления Катарис-26. Мы будем вместе разрушать организацию Санта-Бланки. Они уже 6 лет воюют с Санта-Бланкой и продажными чиновниками. Скоординируем задачи. Для этого нет времени. Мы установили, где находится Амару. Амару? Нашли его? Амару – один из основателей Катарис-26. Даже более того. Наша группа основана на его идеях. Без его учения об аграрном пролетариате не было бы организованного сопротивления Санта-Бланке и коррупции в правительстве. Амару нужно спасти. Поможете моим людям, и тогда завоюете мое доверие. Где он? Точно неизвестно. Мы знаем, что он в этой провинции, и есть человек в Санта-Бланке, который в курсе, где именно. Я свяжусь с центром. Может, они подбросят нам информацию? Начинайте поиски этого лейтенанта и сообщайте мне обо всем через спутник. Удачи! Спасти Амару для нас очень важно, Янки. Постарайтесь не убить этого парня из Санта-Бланки, прежде чем сможете его допросить.
здесь, да? Мы целы, спасибо. Сокровища нет? Пока нет. Да что за нытье, не понимаю. Мы богаты. Ну-ну. Ладно, хоть что-то. Остальное, значит, на Мадагаскаре. Там была комната с огромной картой Мадагаскара на полу, так что... Да, наверное, там. Это все больше напоминает мне охоту за привидениями. Сокровища в Шотландии никогда не было. Зачем тогда все это, а? Вся эта затея с... Да говорю же я. Эвери так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициации. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю, зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... Ты подумай. Томас Дью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Ганга Савая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо, на Мадагаскаре? Поточнее. В Кингс-Бэй. Там во времена Эвери было пиратское гнездо. Я знаю Кингс-Бэй. Большой город. Нельзя ли поконкретнее? Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбери. Значит, туда-то нам и надо. Нейт! Привет! Привет. О, Господи, до тебя не дозвонишься. Ты живой там? Ну да, а что такое? Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого. Потеряли часть снаряги, но целы, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней 10 проторчим. Ого, 10. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу? Не-не-не, не надо. Может, не 10. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь. Ну ладно. Ты, в общем, не торопись. Береги себя. Ладно. Стараюсь. Извини, надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Что там по спутникам, Виктор? Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага. Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Ну тогда поехали. Ладно. Ага. Хочу напугать объект. Прикрутите глушители. Вижу цель. Вперед. А? Кто там есть? Будь начеку. Тебя ищут. Стреляю. Он убит.
Цель уничтожена. Этот готов. Они успокаиваются. Решили, что мы ушли. Нас увидели. Уничтожен. Сюда, живо! Отсюда к черту! Ну, это я понял. Ладно, держитесь. Я скоро буду. О, нет.